запрошую до центрального мікрофона Євгенія Мураєва, народного депутата із фракції «Опозиційний блок». Пане Мураєв, експерти кажуть, що головні сили, які зацікавлені у дострокових парламентських виборах, це «Опозиційний блок» і партія «Батьківщина». Наскільки ви плануєте скоординувати свої дії для досягнення такої мети? З «Батьківщини»? Так. Ну, у нас совершенно разные задачи с «Батьевщиной». Я думаю, что только общество может решать, когда оно готово к перевыборам в парламент. Но если можно, я вернулся бы к безвизовому режиму. Вот, наверное, ну, на мой взгляд, это не самая важная проблема на сегодня в стране. Я думаю, что проблем гораздо больше и более важных. Просто очередной раз коалиция начинает героически бороться с невыполненным домашним заданием. Во-первых, вам никто не сказал, что такое вообще безвизовый режим, который предполагается. Кто-то знает в студии? Я расскажу. Это пребывание на территории Европейского Союза в течение 90 дней без права работы при наличии подтверждения того, что у вас есть 45 евро на каждый день, есть билет обратно, есть ваучер гостиницы или приглашение принимающей стороны и медицинская страховка. Вы за это боретесь? Это вас волнует больше всего. Вы не имеете права там работать с этим безвизовым режимом. Поэтому давайте вернемся. Но это все равно лучше, чем нынешнее положение. Но если у людей есть деньги для того, чтобы туда поехать, даже сама требование 45 евро, докажите, что у вас есть, это уже унизительно для украинцев. Хотя это размер пенсии на сегодня, так чтобы всем было понятно. Давайте вообще вспомним всю эпопею с безвизовым режимом. А начиналась она с подписания в 2007 году соглашения об упрощении визового режима с ЕС. Тогда была единая стоимость визы 35 евро, для некоторых льготных категорий они были бесплатные и в том числе и долгосрочные. В то же время, да, было всего 4 требования для введения безвизового режима. А именно, это биометрические паспорта, это создание единого миграционного органа, это усиление демаркации границ и борьба с трудовыми мигрантами. И то есть о борьбе с коррупцией речь не шла? Ну, в 2007 году нет, как оказалось. То есть коррупция появилась позже, да? В 2010 году наш президент... Господин Мураев, коррупция появилась позже? Я считаю, что коррупция существовала всегда и везде, кроме, наверное, трех стран в историческом периоде. Это гитлеровская Германия, это Италия Муссолини и это Сингапур Ли Куан Ю. Потому что тогда за коррупцию вы расстреливали. А у Сталина и, например, в Корейской Народно-Демократической Республике? Там тоже расстреливают. Но все-таки эти три примера более яркие. Касаясь 2010 года, когда наш президент Петр Порошенко тогда был министром иностранных дел, он говорил, что уже к началу 2011 года ездить в Европу будет легко и приятно. Не состоялось. Что случилось в 2015 году? Все говорят о безвизовом режиме, хотя этот документ называется совершенно по-другому. План действий по либерализации ЕС визового режима для Украины. Разницу чувствуете? Либерализация визового режима. Он включает в себя 56 пунктов. 56. Не 4, как раньше, уже 56. Из которых за год выполнено всего 20. Это 37%. Это должно было выражаться в принятии 72 законов, из которых принято на сегодня всего 17. Нам рассказывают по 13 очень важных. Но на самом деле за год не сделано ничего, что было подписано членами коалиции в коалиционном соглашении. И совершенно понятно почему. Потому что я не буду вдаваться в суть антикоррупционных законов, но власти невыгодно ни антикоррупционное бюро, ни антикоррупционное законодательство, поскольку оно, ну кто-то из вас в коррупционных деяниях участвует, понятно, что коррупция это предмет власти, исполнительной власти. Тот, кто причастен к деньгам, и тот, кто облечен определенными полномочиями. Это не касается обычных людей. Но, тем не менее, я сразу перейду к вопросу о существовании коалиции. Что такое коалиция? Это парламентские фракции, которые подписали определенный документ. И еще на начало 2015 года в нее входило 302 человека. После выхода радикальной партии из коалиции, ну, гипотетического выхода,
Комитеты, насколько я понимаю, еще ими не сложены, значит, они участники политического процесса и влияют на принятие решений. В коалиции осталось 271 человек. Можно бесконечно говорить, что в чем-то виноват оппозиционный блок. Даже в комитете Егора из 11 человек всего 2 представителя оппозиционного блока, а 9, что остальные делают? Так вот, для принятия любого решения... Там 22 человека, насколько я понял, Егора. 2 из 11. Нет, 22 человека 11. В его комитете. Или 22. Простите, и 2 всего представителя оппозиционного блока. 20 остальных либо внефракционные депутаты, либо входят в провластную коалицию. Те, которые обещали всем интеграцию с Евросоюзом, безвизовые режимы и все остальное. Вы помните, это длинный перечень. Так вот, 271 голос за год не принял эти законопроекты. Тем более, как справедливо говорил представитель Батьковщины, да, есть совершенно четкие директивы, какие законы надо принимать. И что в этих законах, в пунктах должно быть прописано. Хотя тут выступал и президент, да, о единых стандартах и требованиях и дискриминации. Все боятся сказать о том, что это дискриминация по... Ну, там у нас требование было Евросоюза по гендерному признаку. Вы говорите о сексуальной дискриминации, имеется в виду сексуальных меньшинств. Так я к вам напомню, что Объединенные Арабские Эмираты, такое государство, имеет абсолютно безвизовый режим с Евросоюзом, в котором за однополые отношения смертная казнь. Поэтому нет единых стереотипов. Давайте подумаем, что мы хотим от Европы. Мы хотим там работать, мы хотим там учиться. Чего хотела бы иметь Европа от нас? Европа хотела бы иметь большой рынок сбыта с обеспеченными гражданами, куда они могут продавать свои товары. Логично? Скажите, пожалуйста, вот мы на сегодня, как Украина, хотели бы открыть свои границы для Сирии. Я приведу такой жесткий пример. Мы бы хотели, чтобы некогда граждане благополучной страны, в которой сейчас война, толпой ринулись к нам в Украину, так же, как они ринулись в Европу. Никогда. Вот точно так же Европе абсолютно не нужны наши трудовые мигранты, наши бедные люди. И самое главное, 56-й пункт в требованиях по либерализации визового режима, буду повторять, чтобы вы все поняли, что это не безвизовый режим, это наведение порядка на Донбассе, демаркация границы и усиление ее. Поэтому никакое принятие завтрашних законов в сессионном зале не обеспечит этого процесса. Пока у нас в стране война, безвизового режима не будет. И пока вот де-факто мы говорим о том, что 271 человек в коалиции и не принимаются те законы, которые они обещали принять обществу, не будут приниматься в зале, это будет означать, что коалиции де-факто не существует. И как бы ни спекулировали, по какой причине они не голосуют, они не могут договориться, потому что интересы у всех разные. Касательно основного вопроса, изменят ли что-то перевыбор? Уважаемые студии, уважаемые телезрители, 11 декабря будет отчет премьер-министра за год работы. И если этот парламент действительно отражает интересы украинцев, если они действительно выражают вашу волю, то, наверное, они должны дать оценку этому правительству такую, которую даете вы, сидя у себя дома, открывая холодильник, идя в магазин, собирая детей в школу. И если это правительство останется, то я считаю, что перевыборы не просто нужны, они просто необходимы, поскольку люди, которые сидят в парламенте, занимаются своими делами, они отстаивают ваши интересы. Господин Мураев. Господин Мураев, может быть, я недословно процитирую, но вы сказали, что Европейскому Союзу нужен в Украине рынок с обеспеченными гражданами, которые смогут покупать товары Европейского Союза. Что плохого в том, чтобы наши граждане были обеспечены? Не кажется ли вам, что... Потому что на самом деле, к сожалению, политики несут перед вами только политическую ответственность. Да, вы даете им оценку на выбор. Если бы те, кто вам врал о том, что евроинтеграция и вот та ситуация, в которой мы живем 2 последних года, сделают нашу страну счастливой, несли действительно ответственность за тот ущерб, который они принесли бюджету, разорвав внешнеэкономические связи с соседними государствами, потеряв привычные рынки, породив 10% безработицу, сделав каждого из вас просто неимущим,
тогда бы, наверное, они бы отвечали за свои слова и были бы осторожны в тех предвыборных лозунгах, обещаниях, которые ничего с правдой общего не имеют. А на сегодня премьер-министр, Андрей, имеет нулевой рейтинг, боится пойти на выборы, чтобы, ну, не обнажить это всему миру, и его по-прежнему поддерживает президент и коалиция, которая является большинством в парламенте. Как вот вы считаете, это Украина развязала агрессию против России? Я считаю, что недальновидное поведение, бездарная внешняя политика, а также, ну, скажем так, провокации во внешнем поле сделали эту агрессию возможной. Чью агрессию? В Крыму России. Ирина Геращенко. Но надо понимать, давайте откровенно говорить, Крым всегда был очень пограничным. Там всегда были и наши военные базы, и российские. И понятно было, что как только наши политики начнут говорить о том, что они разорвут с Россией договор аренды по Крыму и туда зайдут корабли НАТО, то вполне возможно вот такая будет внешняя реакция. И задача политиков в первую очередь этого не допустить на уровне дипломатии. А когда все скакали, вешали, кричали кого куда на геляку, понятно было, что это возможно. Скакали не все, господин Мураев. Согласен думаю, с вами полностью. Прекрасно. И благодаря этому я страна думаю, еще держится. Вы это прекрасно понимаете. Также пугать кораблями НАТО в крымских базах, ну, я припоминаю, кто начинал, да? Андрей, и политика евроинтеграции, может быть, и началась не при партии регионов, но она последовательно продолжалась до определенного момента тоже при партии регионов. Ирина Геращенко Андрей, здесь. Я был членом комитета по иностранным делам в предыдущем созыве. Первый закон, который отменили, это был закон о статусе русского языка. Второй закон, который хотели сделать, это разорвать Харьковские соглашения. Закона о статусе русского языка не было. Это к вопросу о точности формулировок. Да, извините, да? Пожалуйста. Да. Ирина Геращенко, отвечая здесь на мой вопрос, признала большие проблемы в обеспечении украинской границы, контроля над границей и насчет минских соглашений и так далее. Она дала понять, что завтрашнее голосование не есть автоматическая гарантия. Так об этом гарантия, говорят все, да? Еврокомиссары. Мы правильно, же точно так же да, слушаем да. не только украинских Ирина, политиков. Вы хотите добавить что-то? Ирина Геращенко. Что пишут иностранные СМИ. Никто не собирается нам давать этот безвизовый режим. Ирина Геращенко. Мы не контролируем сотни километров границ. Об этом мы слышали от Ирины Геращенко. Очень аккуратно, но тем не менее, опять-таки, вот с этой евроромантикой и с тем, что мы добьемся... Ирина всех, Геращенко, говорят правду, народный депутат, политики. Фракция «Блок Петра Порошенка». Дякую вам, пане Андрію. От ви знаєте, дорогі друзі, ми тільки що й побачили оці дві ментальні різниці. Ми виступали, якби ми не дискутували між собою в рамках коаліції, але ми демонструємо ту європейську культуру, до якої ми прагнемо, як українське суспільство. Повага до кожного. Недискримінація до всіх. Бо в цій поправці йдеться недискримінація за твоєю віросповіданням, за твоїм віком, за твоєю статтю, за інвалідністю. І так само, да, за твоєю орієнтацією, бо роботодавця не має цікавити те, що в тебе в ліжку. Правильно? Як Янукович свою родину шанував, ми це бачили, і свою дружину. І не вам розповідати про сімейні цінності. І ось ця молода людина, яка... Я родині Януковича молода имею, людина, скажите, яка от не вміє себе это. Поводити в студії, вона ментально такий внук Азарова Януковича, яка закликає нас до іншої абсолютно культури. Вона говорить, так наш вам цей безвізовий режим, ви ж всі плебс тут. Де у вас ці гроші поїхати туди? Так, а наші вам оці всі гроші, там ще щось таке. Ось що вони вам говорять. Уважаємо, тому насправді, дякую. Давайте ми з вами зараз дякую. Оберемо дякую. Між дякую. Європою, європейськими цінностями. Дякую. І тим, куди нас кличе, ось цей поклонник Азарова Януковича. Дякую. Ну і найключовіше, ви знаєте, дякую, ми радимо вам ходити на комітети, щоб знати про те, що ви говорите. Про демілітацію, демаркацію, яка давно в нас відбулася. Дякую. І таке Геращенко. Інше. Дуже шкода, що в партії регіонів, Ірина. В цих ашмітках партії регіонів, навіть молодь, вона пенсіонери ментальні. Ірина, дякую. Ви були і в нашій Україні, і в блокі Порошенка. І давайте не смотрите. Обратите внимание, два года в стране уже нет партии регионов, но все равно ее призрак где-то бродит по стране. Вы два года этой страной управляете. Партии регионов в парламенте вообще нет. Я вхожу в оппозиционный блок на 40 человек, вас 302.
302 человека было достаточно для того, чтобы провести обещанную децентрализацию. Никто не забыл. А децентрализацию, которую получили регионы еще год назад. Было достаточно, чтобы принять 72 закона. Но, тем не менее, вам этого большинства не хватает. Вы даже не можете набрать, я уже не говорю конституционное, обычное большинство, простое, 226 голосов, имея запас. Пожалуйста, не ищите бревно, вернее, соринку в чужом глазу. Отвечайте за свой период. Год, вы уже целый год власть. И за этот год вы сделали Украину нищей. И просто стыдно даже от тех требований, которые Евросоюз начал к нам применять за последнее время. Еще раз говорю, было 4 пункта для внедрения безвизового режима. Сейчас 56. Еще год в вашей власти и будет 200. Да. Господин Мураев, я все-таки хочу напомнить, не упоминая здесь названий партий, фамилии и так далее, что в эти с 2004 года 11 лет вошло несколько периодов пребывания у власти разных людей, разных политических партий. И в это время и происходило увеличение числа требований. Спасибо. Валерий Димов, Центр суспільно-інформаційних технологій «Форум». Ну, враховуючи, що ми сьогодні вже так прискіпливо розглядали всі деталі антикорупційного законодавства, я зрозумів, і всі, я думаю, що зрозуміли, що диявол криється в деталях, а Янукович скрізь. Я думаю, що... Ви комуніста вийшли за мене. Я думаю, що я вас не перебував. Значить, я ще нагадаю цитату Марка Твена, що є правда, є брехня, є статистика. Я доповню, є політична риторика. Да? Політична тріскотня практично тих людей, які знаходяться часто густо в парламенті, я вже не буду дегалібітизовувати сам представницький орган, вона превалює над те, що ви називали ефективною політикою. Ці ефекти, скоріше. Да? Так от, я до чого все це хочу сказати? Ви сьогодні полювали до громадськості, і хочу вас розчарувати. Переважна більшість проблем цієї влади, да, в тому, що вона вас не посадила. Ну, не вас особисто, а практично половину членів вашого поблоку, якщо ми зараз будемо говорити про справжні речі. От, тому всі проблеми, які пов'язані з цими юридичними тонкощами, деталями, стосовно того, що можна конфісковувати, не можна конфісковувати, яким чином буде діяти антикорупційна прокуратура, яким чином нам вичистити з прокуратури того, що тут називали правопохоронною, очевидно, правопохоронними органами, яким вичистити все, що ви тут нахазяйнували, навалодивали, це є велика, дійсно, проблема. І ці авгієві стайні, я бачу, що коаліція не може вичистити, очевидно, доведеться чистити другим. Але в мене, знаєте, враховуючи, що ви не раз говорили про всі ці речі, апелюються до цієї влади, про те, що там Сирія сюди хлине. Знаєте, Сирія сюди хлине, я думаю, що через відкриті російські кордони, які нам відкривали протягом тривалого часу, знаходячись при владі. Я думаю, що проблеми почалися ще тоді, коли ви кажете, що ця коаліція там не може щось діяти, неефективно діє, тому що вона не може, скажімо, там ставити порядок денний. Ви фактично були на ручному поводку, і перше, що зробили, Янукович поїхав в Москву, привіз там харківські домовленості, обіцяючи всім людям щастя і благо. Тому я не так хотів би, знаєте, почути від вас, скажімо так, запитання, змістовні запитання, оскільки я, принаймні, нарахував 6 логічних трюїзмів, логічних помилок, чи я чистив Арістотеля, а потім я, якщо захочете, вам розповім. Просто хочу запитати дуже просто. Чи ви особисто вважаєте те, що ви кажете, правдою? Просто для діагностування, щоб я зрозумів, щоб діагноз поставити. І друге, чи є хоча б в вашій фракції в опозиційному... Я перепрошую, тут не лікарня. Я розумію. Не треба діагнозів. Не треба. Я буду далі апелювати. Ви вопрос задали? Я можу відповісти? Чи сьогоднішній опозиційний блок тоді бере на себе відповідальність за те, що ви чого відхрещуєте, до чого вони привели практично всю Україну? До зубожіння, до тих проблем, які зараз стоять на порядку денному? Опозиційний блок, партія, її год, вона знаходиться в парламенті, к власті не має ніякого відношення. Я буду апелювати далі к людям. От я спеціально не уходив в тонкості законодавства, чому спорят внутри коалиции, да, и какие там есть пунктики в антикоррупционном и так далее. Суть же не в этом. Вам очередной раз показывают морковку. Ну, кого радует, еще раз спрашивают. 90 дней без права работы, обучения со всеми унизительными пунктами. Разве это сейчас основной вопрос? И скажите, пожалуйста, вот для того, чтобы не было вот этих призраков, которые ходят. Вспомните, как вы жили в конце 2013 года и как вы живете сейчас. Сравните эти две вещи, загляните в платежки, в карманы и везде. Нельзя украсть то, что будет впереди.
Вы обратите внимание, создается антикоррупционное бюро, но вопрос, о котором говорил когда-то Гордиенко, да, 7,5 миллиардов хищений, до сих пор так и не раскрыт. Был сначала один представитель, да, Временной следственной комиссии в парламенте, потом стал Береза. Ну, я не заметил никаких результатов, но зато лицо Березы на каждом борде в городе Киеве. Откуда у него деньги, если он устраивался комментатором до того, как занял антикоррупционную посаду? Скажите мне, пожалуйста. Вся коалиция на сегодня абсолютно недееспособна, привела страну к развалу, к той ситуации, которая есть. И постоянно показывает на 2 года назад. На 2 года. Вы, пожалуйста, перестаньте говорить в прошлом времени и в будущем. Отвечайте за настоящее. Господин Мураев, но когда вы говорите о том, что было 2 года назад, вы точно так же, очевидно, не имеете отношения к тому процветанию, поскольку оппозиционный блок ему всего лишь год, и он никакого отношения к партии регионов не имеет. Я работал в органах исполнительной власти с 10 по 12 год. Результаты моей работы можно легко проверить. Я был главой администрации района, взял район 17-м по комплексным рейтинговым показателям, передал первым. Сейчас он снова 21-й. Это новые представители власти. Так все-таки оппозиционный блок имеет отношение к тому? Я не о вас лично спрашиваю. Я был членом партии регионов, избирался в прошлом созыве по спискам этой партии. Сейчас не являюсь членом партии «Оппозиционный блок». Являюсь членом фракции по одной простой причине. Потому что кто бы что ни говорил, это единственная конструктивная и последовательная оппозиция с первого дня к действующей власти. А почему из партии регионов вышло так много ее достойных представителей? Потому что партию регионов, если вы помните, было огромное количество политических преследований. Я не буду говорить, сколько офисов сожгли, сколько людей погибло. Но если вы помните, они гибли уже, когда происходили реформы МВД, почему-то все очень странно заканчивали жизнь самоубийством. Партия регионов решила не идти на выборы. Это была единственная партия, членом которой я был. Сергей Соболь. И пока альтернативы не вижу. Знаете, ви дали відповідь останньою фразою. От ви там звинувачували партію діючого прем'єра, що вони не пішли на вибори. Так а чого ви не пішли на вибори? Було б про що прозвітувати, як гарно, я не задав питання, я зараз задам питання, як гарно було в 13-му році, але мені здається, Януковичу і зараз непогано, стільки грошей, скільки він вивіз, взявши 3-мільярдний доларовий кредит, який ми так і не можемо знайти, ну я навряд чи думаю, хтось знайде. Друге, от я пригадую знамениту фразу, яка пролунала від Володимира Володимировича Путіна, і тоді дешевые, качественные європейські товари пойдуть на ринки України. Ви цього хочете? А потім він сам схопився за голову, коли зрозумів, що він сказав. От ви знаєте, вся ваша промова, у мене таке відчуття, що я слухаю Russia Today. Всі ті штампи. Та ніякої агресії в Донецьку немає. Немає там ні російських військ. Немає там ніяких взагалі, я дивлюсь все, на відміну від вас, немає там ніякого зброєння, немає там Буратіна, яке розстрілювало наших хлопців, знищувало, немає там Градів, які все вижигали, от немає там нічого. У мене питання до вас одне. Росія агресор чи ні? Я отвечу на все три вопроси, которые вы задали. У мене питання до вас одне. Росія агресор чи ні? А хто не скаже, то не скаже. Ви живете з штампами. От обратите внимание, вам говорять про міфічні мільярди Януковича. Скажіть, а чому? Ви пам'ятаєте, 2 года назад вони говорили, прийдемо к власті, заберемо, вернемо страну. Хоч копійка вернулась. Це ж повісили на вас 3 мільярди висить на всій державі. Людей, проти яких були введені санкції Європейським Союзом, по поданню нашей генпрокуратуры. Вы знаете, что многих из них санкции уже сняты, потому что это оказалось недоказанным фактом. Вы должны понимать, говорили, Янукович украл 40 миллиардов, помните? Бюджет Украины на тот момент был 40 миллиардов. 90% зарплаты, пенсии, оплата газа и все остальное. Невозможно украсть. Ну 400 миллиардов был. Вы даже не знаете цифры. Я говорю в долларовом эквиваленте. Вы же говорили сколько. А, в долларах это рахуете. Я разумею. Да. Ой, как вы пошутили, искрометно. Нет, я не пошутил. Правда, она прет. Бюджет, чтобы правда перла дальше, скажу, на сегодня бюджет 20 миллиардов долларов, чтобы вы понимали результат работы этого правительства. И ВВП 2013 года был равен 180 миллиардам долларов, а на сегодня 85. И это тоже правда жизни. И правда одна самая страшная, что эти люди, эти политики, когда врали,
о том, что за граница нам поможет, что Донбасс дотационный, что нам не нужны рынки России, что нас ждут в Европе, бессовестно брали. Поэтому страна на сегодня в нищете, они ни за что не отвечают и тыкают пальцем в меня. А Россия агрессор чи ні? Ви так і не дали відповідь на ключове питання. Давайте розділимо события. Якщо ми говоримо о Донбасі, на Донбасі воюють 60 тисяч чоловік. И 50 из этих 60 тысяч с паспортами граждан Украины. Так вы мне скажите, это что? Россия агрессор чи ні? Я питаю. Я вам скажу. Я вам еще раз скажу. Касательно Крыма. Касательно Крыма. Ну, я перепрошую, дайте відповісти пану Мураєву. Ну. Вот смотрите, люди живут мантрами. Мантрами, да? Вот. Надо отвечать на речевки. Нет, то есть Мураев, у людей трех извилин быть не может. Давайте я отвечу на вопрос. Да. Я считаю, что Крым отдали без единого выстрела ваши коллеги. И это преступление. Они спровоцировали, они и отдали. На Донбассе на сегодня воюют 50 тысяч граждан Украины со стороны Донецка. И эта война на самом деле на сегодня гражданская при поддержке иностранных государств. И это совершенно нормальная ситуация, такая же, как была в Испании в начале века. То есть Россия не агрессор, я правильно понял? Простите, господин Соболев, все, да. Гражданская война совершенно нормальная ситуация. Извините, господин Мураев. И все-таки я вынужден повторить следом за Сергеем Соболевым. Россия агрессор или нет? Я считаю следующую вещь. Мы должны, политики в первую очередь, мы дома на кухне можем сказать каждый то, что думает на самом деле. И каждый может выбрать то, что он на самом деле поддерживает. Но политики, которые говорят об этом на телеканалах страны, которые заботятся о будущем этой страны, которые понимают политическую ответственность, которая завтра все равно придется. Вы должны понимать, кем бы ни была Россия, она наш сосед. И она никуда не денется. И сейчас забрасываться ярлыками, кричать, кто Путин, кто Яценюк и так далее в матерной форме, это в первую очередь политически безответственно и дипломатически неверно. И чем больше мы будем кричать, орать, тем хуже в Украине будет жить. Я дякую Евгению Мураеву, народному депутату фракции «Оппозиционный блок».